После обычного отчета Ануар Ботанбеков прокомментировал ситуацию с банком РБК, вокруг которого в прошлом году разгорелся скандал из-за займов с просроченной задолженностью. По его словам, сейчас проблема полностью решена, и разговоры о том, что банк до сих пор не расплатился с вкладчиками, ложные. На сегодняшний день мы не получали жалоб по поводу невыплат банком РБК задолженности. Со стороны Национального банка долги были погашены, и сейчас РБК беспрепятственно работает. За 3 месяца южно-казахстанские банки выдали кредиты на сумму свыше 28 миллиардов тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 47%. Своевременный возврат займов находится на особом контроле специалистов Национального банка, говорит Ануар Ботанбеков. Проблем по вопросам возврата кредитов на данный момент нет. Нужно отметить, что учтены кредиты, которые были выданы не только обычным гражданам, но и различным финансовым организациям. Все эти процессы тщательно отслеживаются нашими специалистами. С начала года золотовалютные резервы Национального банка выросли на 2,2%. Со слов Ануара Ботанбекова, ситуация в области рыночной валюты сейчас стабильная.